Ну, я думаю, не нужно объяснять, что русский язык я знаю на уровне носителя языка. Это мой родной язык, я всегда им пользовался. Вот. Окрім цього, я використовую в своєму повсякденному житті українську мову. Це є державна мова нашої країни. І я вважаю, що кожен громадянин, хто проживає, хто має громадянство нашої країни, повинен знати, розуміти, писати, читати і вільно спілкуватися українською мовою. And sometimes I use English language. I use this language when I go to abroad, for example. But it happened not often, unfortunately. And because we have a war in our country, and all men who live in our country must stay at home. And now I can use English language when I see some news in CNN, CBC News. About Ukraine, of course. Вот. Ну, я думаю, что блатной и матерный не стоит упоминать. Это, в принципе, считается родным языком, который впитывается с молоком матери. У жителей Аркастана, у них это нормальное явление, когда дети, там, 3-5-летние уже матерятся полным ходом и используют блатные слова. Вот. Но мы не будем им уподобляться. И, возможно, после войны я изучу какой-нибудь другой язык, например, например, итальянский или испанский. Потому что французский для меня он достаточно тяжелый. Немецкий мне просто не нравится, как звучит. А вот испанский или итальянский, возможно, скорее всего, какой-нибудь из этих языков я тоже буду учить. Why not?